Поэтому, несмотря ни на какие там пандемии, условия, тысячу лет уже живет Россия, так сказать, бывали самые разные ситуации, все можно организовать, организовать безопасно и так, чтобы страна не почувствовала потерь, так сказать, всех покажется. А за этим же следующий этап. Молоко, переработка, другая продукция, так сказать, потом за этим же и торговые сети, так сказать, за этим стоят уже миллионные коллективы, которые от всего этого зависят.